Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Код Изобилия. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы уделим внимание фразам, которые препятствуют изобилию и достатке вашей жизни. Поэтому обязательно запишите эти слова и перестаньте использовать, так как они несут только вред и негатив вашей жизни. А прямо сейчас подпишитесь на канал Код Изобилия, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации. Вы знаете, изобилие – это не только финансовый достаток в нашем понимании. В действительности это полная жизнь, которая пронизана достатком во всех своих областях. Это и в финансовой сфере, в социальной, в духовной, в физической и в ментальной. И, конечно же, многое зависит от того, что мы с вами транслируем, что мы говорим. Поэтому любые слова, фразы могут как усиливать поток изобилия, так и, к сожалению, препятствовать ему. Поэтому следует быть осторожными в использовании определенных фраз, особенно если вы их произносите часто и машинально. Итак, первая фраза, которая препятствует изобилию, достатку и благополучию вашей жизни, это фраза «я постараюсь». Вспомните себя, как часто вы эту фразу произносите. Например, вас приглашают, например, на собеседование, на какую встречу, и вас спрашивают, а вы можете это сделать? А вы, как правило, отвечаете, да, я постараюсь это сделать, прийти и так далее. Но в таком случае ваш автоматический ответ «я постараюсь» насыщается, к сожалению, энергией отказа от обязательств. Отказ от обязательств – это энергия, которая влияет на все остальное в нашей жизни. Помните, что все в этой вселенной – это энергия. Да, мы, люди, с вами, мы видим или хотим желать видеть все в материальном плане, потому что мы хотим с вами потрогать, прочувствовать это, но именно на финансовом плане. Но во вселенной, в космосе, в высших силах все находится на энергии. Мудрота называет это эгрегорами, кто-то называет это облаками, кто как угодно, но в любом случае это энергия. И, конечно же, не попытавшись, вы не упустите все шансы на успех. И сила нашего стремления состоит в том, чтобы действительно вот прилагать те вот важные усилия для достижения той или иной цели. Быть открытыми и готовыми к любому результату. Потому что любой результат, он приводит как к удаче, так и к неудаче. И вы знаете, это нормально, когда в вашей жизни не только постоянный успех, везение, комфорт, деньги и достаток, а у нас есть и неудачи. Благодаря таким неудачам мы с вами развиваемся. Потому что когда нас настигает неудача, мы понимаем, а что же мы с вами сделали не так? Мы начинаем анализировать, думать и пытаться исправить ту или иную ситуацию. И таким образом вы можете каждый раз черпать новые и вдохновляющие идеи, которые могут быть реализованы в вашей жизни. И таким образом, когда вы каждый раз пытаетесь понять и сделать что-то, вы таким образом вы пробуждаете и усиливаете поток изобилия в вашу жизнь. Следующую фразу, которую любят особенно говорить молодежь, нет проблем. И, как правило, вы отвечаете эти слова, к сожалению, когда вам выражают слова благодарности. И фраза «нет проблем», которая используется вместо «пожалуйста», «во благо», она, к сожалению, уменьшает энергию потока изобилия. И здесь ключевое слово именно слово «проблема». Поэтому, если вы желаете избавиться от проблем, постарайтесь не использовать это слово, особенно если оно не совсем к месту. Также не стремитесь использовать слово «окей». Все любят это слово, вроде бы модное, иностранное,
Но если вы поговорите с носителем языка, вы поймете, что носители языка английского, они, как правило, не только слово «окей» используют, но и много других фраз. У нас сегодня с вами не урок английского языка, поэтому мы не будем вдаваться в подробности, но в любом случае забывайте вот это слово «нет проблем». Следующее слово или даже фраза – это «несправедливо». С помощью этой фразы мы с вами реагируем на определенные события, которые происходят в нашей жизни. То есть это своеобразная реакция, а не ответ. И если вы продолжаете упорно и непрерывно двигаться к своей цели, то значит на своем пути вам придется переживать и успехи, и неудачи. На самом деле из того и другого мы с вами можем извлекать огромную пользу для себя. Поэтому, когда вы говорите это несправедливо, вы, к сожалению, притягиваете негативную энергию. С помощью нее у вас вряд ли получится усилить поток изобилия. Вы должны понимать, что несправедливость – это то, с чем порой нам приходится мириться. Успех никогда не приходит сам по себе. Вы должны много работать, чтобы его добиться. И своей работой нужно показать, что вы действительно этого заслуживаете. Следующая фраза – это «мне следовало бы». Эти слова буквально заряжены энергией сожаления. Просто попытайтесь осознать, какую энергию вы чувствуете, когда произносите эти слова. И попробуйте прямо сейчас, что вы ощущаете. Если вы эту фразу «мне следовало бы» произносите довольно часто, то, к сожалению, вы притягиваете в свою жизнь энергию неудачи. Говоря «мне следовало бы», вы запускаете поток невозможности принятия себя. Тем самым вы теряете контроль над настоящим моментом и просто перестаете видеть свои действительно вот те вот настоящие и важные потенциальные возможности. Поэтому, друзья, пожалуйста, перестаньте использовать эти фразы. Фраз достаточно много, и не потому, что мы сегодня с вами такие умные, изучили философию, психологию и так далее. Просто вы, если возьмете наших предков, то вы поймете, что они эти слова не использовали. Они не использовали слово «нет проблем», они не использовали «мне следовало бы» или какую-либо другую фразу. Они жили в совсем другом мире, и вы знаете, там был совсем другой мир. Не было вот этой современных гаджетов, телефонов, не было телевизора и так далее. Поэтому давайте мы с вами будем потихоньку все-таки двигаться в направлении созидания и изобилия. Ну а с вами, как всегда, был канал Код Изобилия. Подписывайтесь, ставьте лайки, мы услышимся с вами в следующем видео.